Здорово, стримаши. Сейчас покажу, как Путиняк, Фюрерков, Гобнявых и Клещей Московии, как их удалять, блокировать. Естественно, от всех сайтов их надо отписаться, но они будут лезть на другие сайты и что-то там писать, в общем, захламлять информационное пространство своими помоями. Ну, а больше, кроме помоев, они ничего не производят. Здесь вот этот вот Путиняка, фашига, он опять выскочил, хотя его блокировал. Не знаю, как произошло. Здесь вот... Странно, я же отвечал. Почему нет ответа? Тут вот скрыть, показать ответ, почему-то он не показывается. Я не знаю почему, что он пишет 5, а ты видишь 3. Но ты можешь поставить, упорядочить, показать новые. Вот он показал еще одно. Здесь 2, 3, 4. И один все равно то ли удалили, то ли что. Вот его, ну, никак не видно. Я пытался в двух браузерах. Ничего не понятно. Вот, в общем... Суть не в этом. Вот этот клещ выскочил. Так. Ну, разговаривать бесполезно. Так, оскорбление или угрозы. Так, вот жалуемся. Жалуемся. Ага. Ну так, еще надо было заблокировать, блин. Не знаю, у меня автоматически, наверное, заблокировался. В общем, все. Сколько увидишь, столько блокируй. Клеща-паразита.